Привіт всім любителям спорту! Сьогодні продовжуємо займатися йогою. Заняття проводить Аліса Рибаченко. Йога – це прекрасний спосіб укріпити своє тіло, дух і повисити свою гибкость. Робимо вдох, руки через сторони вверх. Видох, опускаємо руки і ліву ногу вводимо вліво, розворачуємо стопу вперед ліву, розкриваємо грудну клітку, таз і на видохі наклоняємося к лівій ноги, права рука вверх, ліва рука на ліву ногу, плечі не підтягуємо к ушам, дишимо вдох, видох, вдох, видох, на вдохі піднімаємося, закриваємо таз. Руки поднимаем вверх и наклоняемся параллельно полу. Руки должны быть выше головы, спина ровная, параллельно полу. Вдох, выдох, ноги ровные, вдох, выдох. И теперь делаем вдох, опускаем руки над коленкой. Ровная спина, плечи назад, вытягиваем шею, вдох, выдох, вдох. Выдох. Правая рука на левую ногу. Делаем вдох. И на выдохе поднимаем левую вверх. Смотрим на левую руку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаем левую руку. Поднимаемся. Вдох. Разворачиваемся в центр. Пятки на одной линии. Стопы 45 градусов. Садимся. Выдох. Бедра параллельно полу, дышим, вдох, выдох, вдох, выдох, поднимаемся, вдох, разворачиваем стопы вправо, правая стопа смотрит вперед, левая чуть заворачивается вовнутрь, раскрыт корпус и таз, делаем вдох и наклоняемся на выдохе к правой ноге, левая рука тянется вверх, правая ладошка на ноге, дышим, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Поднимаемся на вдохе, закрываем таз, поднимаем руки вверх, вдох. И наклоняемся параллельно полу, выдох. Руки тянем вперед, дышим глубоко, вдох. Ручки тянем вперед, выдох, вдох, выдох. Вдох, опускаем руки над коленкой, плечи назад, спина ровная, вдох, выдох, ножки ровные, вдох, выдох, вдох, опускаем левую руку на правую ногу, выдох, правая рука вверх, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Опускаем правую руку, поднимаемся вверх, вдох, разворачиваемся в центр, пятки на одной линии, стопы 45 градусов, садимся, выдох, спина ровная, бедра параллельно полу, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, поднимаемся, представляем левую ножку, руки намасте перед грудью, выдох. Тож я впевнена, за допомогою цих вправ ви будете бадьорі, енергійні і завжди в гарному настрої. Йога – це хороший спосіб почати день.